15 марта мы отправляемся по храмам планет. 5 храмов у нас сегодня должны быть, если успеем. Утро, 7 утра. Наши автобусики вот так работают. Мы приехали в храм Меркурия. Вот это, друзья, повозки, на которых по праздникам выгуливают божества из храма. Таких повозок здесь, кстати, много. Это вот все шатры, это накрыто сверху повозки. Ой, какой красивый лучик у меня, красивый лучик. Меркурий со мной, наверное, говорит. Перед каждым храмом продаются подношения богам. Корзинки с фруктами, гирлянды из цветов, ароматические палочки. Стоимость варьируется от 10 до и выше рупий. Все зависит от вас, какое вы будете делать подношение и для чего. Для гармонизации своей астрологической карты и после рекомендации астрологов Нади, каждому из нас необходимо совершить определенные ритуалы и пуджи. Пуджа – это религиозный обряд, предназначенный для почитания божества или гуру. Мы проходим 3 озера. Это храм Меркурий, и он отвечает за речь. И у нас уже произошли определенные моменты, очень интересные. В общем, планеты работают, друзья, следите за речью. Зажигание лампадок – неотъемлемая часть в ритуалах. И вы знаете, что стихия огня – это очень мощная стихия для очищения и для обращения к богам. Да, каждый будет свою накшатру говорить, имя говорить и свою раши говорить. Шивагутра. Традиционные лампадки в Индии – это небольшая глиняная чашечка с маслом кхи и хлопковым фитильком. Кстати, этот храм упоминается в Рамаяне, поэтому возраст самой старой части храма, скорее всего, более 3000 лет. Храм наделяет мудростью и знаниями, что и просим. И да, бездетные пары приезжают сюда для омовения в 3 озерах, поклоняются в храме, и считается, что это приносит потомство. Сейчас мы будем Меркурию делать подношение. Здесь цветы, кокос, бананы и ткань с какими-то надписями. Меркурий, отвечающий за речь. Обойти 3 озера, сделать омовение, поднести подношения, зажечь лампадки, посидеть возле следов или на следах, где был Шива, оставил возле священного дерева эти следы. И что будет тогда в результате? Будем красиво говорить? Будем гармонизировать наш Меркурий и наши. Да? Как-то так, друзья. Ну, ты какая милота, а? Вы когда-нибудь вот такое видели? Он даже не шелохнется. А здесь продолжается жизнь. Возле храма просит подаяние. А козлик сам Будда как будто. Возле храмов большое количество попрошаек. Я всегда отдавала ритуальную пищу, ее возвращают после обрядов. Но, походу, от меня ждали немножечко другого подношения. Следующий храм – планета Кету, отвечающая за мистику. Ребята берут для подношений. Внутри храма, как обычно, не снимаем, а это кто-то готовится к серьезной пудже. Мы побывали внутри храма Кету. Сейчас находимся возле священного дерева. Вот такой запах куркумы стоит. Все посыпано, видите, оранжевое. Посещение этого храма и проведение пуджи помогает избавиться от дурных привычек, охраняет от потери собственности, унижений, других неприятностей, вызванных влиянием кету в гороскопе. А кто хочет обрести потомство, можно обойти парой вокруг этого дерева. Смотрите, какие маленькие козлятки. Вот это козя, а козлятки такие маленькие. И такие, они только недавно родились. Приехали
Пойдем сейчас в храм Сатурна. Ну, милашки же. Мы сейчас приближаемся к храму Сатурна. Говорят, лучше не шутить. Ну, вообще, Сатурн – планета, которая не любит шутки. В общем, как-то так. А я два раза сказала. Так, Маша, повтори, я это не повторю. Сатурн что делает? Сатурн возвращает плоды нашей деятельности. То есть кармически, что мы говорили? Кармические долги. Все пролетает, да? Да, нехорошее, плохое, все. Вот так вот. Вот оно. Вот оно, индийское золото. Конечно, но... Налетай. Забирай. Забирай. Налетай. Девчоночки, как вороночки такие. Мужчина одели в юбке. Девочки в брюках. Мужчина в юбках. Все как полагается. Расскажи мне, Григор, расскажи мне, почему ты в юбке, он в юбке, он в юбке, он в юбке, она в брюках, она в брюках, она в брюках, она в брюках, она в брюках. Что происходит, Григор? Честно? Честно. Это чтобы яйцам было комфортно. Друзья, мы вышли только что из храма Сатурна. Там внутри, конечно же, нельзя снимать. И нас благословил даже слоник. Даешь ему маленькую денежку, и за денежку тебя слоник благословляет. Он касается твоей головы своим мягким, но тяжелым хоботом. А, ну и еще такой момент. Если вы пойдете в храм Сатурна, что там нельзя делать? Спокойно надо себя вести. А еще? Нельзя смотреть в глаза. Да, нельзя смотреть в глаза божеству Сатурна. Говорят, что если ты посмотришь ему в глаза, то... то у тебя начнется период садусати. Прям Сатурн начнется. Но только вы не пугайтесь, потому что смотря у кого какая карма. То есть если кто-то хорошо себя ведет, то у него будут плоды одни. А если кто-то себя плохо вел, у того будут плоды другие. И все это длится 7,5 лет. Период садусати. Сада-то. Слово-то такое. Да. Маза, сада. Кому как? То есть, ребятушки, ведите себя будьте хорошо. Аккуратнее. Это лотос. Сейчас попробуем. Раз. О, вообще крутые штуки. Вы видели это? Это лотос. Мы сейчас приехали в храм Раху. И нам сказали, что нужно делать очень-очень все быстро, потому что до 8 нам нужно успеть еще в храм Юпитер. В общем, у нас сегодня прямо такой храмный день. Ух. Александр, еще раз про Раху. Это Раху, энергия. Раху – энергия расширения, энергия иллюзии. Хоть индус лезет. Расширение, привязка. Иллюзии и всякая загадка, и тайны. Пойдем, в общем, загадываться, да? 19:30. Мы бежим в еще один храм, храм Юпитера. Мария, очень что бежим, это? Бежим, что? Бежим. Что это? Это гуру-учитель, тяжелый. Гуру-учитель? Да, тяжелый знание. Да, тяжелый, духовное знание. Да, расширение. А мы бежим. В общем, бежим. Четыре храма, а потом поедем отдыхать. Куда? На берег океана. А уровень? Веришь? Оксана, ты ему веришь? Я всегда верю, Оксана. Ну, я нельзя не верить. Да, не могу. Гуру. Но надо немножко поработать. Еще 4 храма и элемент эфира. Бежим. Мы успели попасть
храм Юпитера. Действительно желтенький, симпатичный. А это одно из священных деревьев в Индии – баньян или бенгальский фикус. В Бхагавадгите говорится, существует бессмертное дерево – баньян, корни которого растут вверх, а ветви вниз, а листья его – ведические гимны. Знающий это дерево познал веды. Дерево, означающее познание добра и зла, символ человеческого сознания. Говорят, что он был первым деревом в райском саду Эдеме. Мы приехали в храм. За что отвечает Венера? За красоту! За красоту! Видите, какие мы... Я даже не знаю, как показать-то. Девочки все такие девочки. Девочки, стоят девочки. Все одели, сейчас я со стороны покажу. У нас даже мальчики в платьюшках. Венера – самая благотворная планета после Юпитера. Она одаряет богатством, удовольствиями и процветанием. Девочки все такие красивые-красивые. Приобретаем дары для ритуала и отправляемся в храм. Делаем круг вокруг храма. Немножечко сняла вам видео. Чуточку. Внутри храма запрещено снимать, поэтому делаем на улице какие-то небольшие съемки, фото, видео, отчеты. Но каждый храм, он со своей энергетикой. Венера – это что-то. Такое волшебство, такое гармоничное спокойствие и такая любовь. И, кстати, жрецы, они соответствуют месту всегда. В Марсе – это марсианские жрецы, а в Венере – это венецкие. Мы приехали в храм Солнца. Александр, что, как, чего? Сейчас очень длинная процедура коррекции Солнца. Она занимает несколько часов. Вот, но если мы ее пройдем, то считайте, что практически паломничество закончилось. Несколько часов? Несколько часов, да. Длинная процедура. Но мы справимся. А что вообще Солнце, ну, как планета? Солнце – это мужское начало в нашей жизни. Это отец. Отец всего и отец в нашей жизни. Это божественное такое вот рождение. И Солнце ведь центр Вселенной для нас всех – это сердце. И в принципе, если мы с Солнцем работаем, то сердце у нас как открывается, что ли. Как-то вот так, друзья. А вот так делается напиток из сахарного тростника. Шумно очень вкусно. Немного лимона, имбиря и вуаля, напиток готов. Обратная связь. Вкусно? Вкусно? Сколько стоит? 100 рупий. 100 рупий – это примерно 100 рублей. Март 2023. Конечно, я попробовала этот напиток. Сладкий, но вкусный. Ну а мы продолжаем передвигаться по храмам. Храм Раху и Кету. Сейчас мы находимся в храме, посвященном Раху и Кету. Это его цвета. И что такое Раху и Кету? Раху и Кету – это одно существо было, дракон. Было одно существо, дракон, так. Ну, в общем-то, оно накосячило. Так. И Вишну рассердился и отрубил этому дракону голову. Вот оно разделилось на две планеты – на голову и на хвост. Голова – это Раху, а хвост – это Кету. Это мистика, иллюзия. Можете посмотреть, да, он немножечко тут так вот сумбурно. Там валяется, тут валяется, это вот проявление Раху. То есть получается, что если по астрологии человек якобы под воздействием Раху находится, когда ты ему что-то говоришь, а он это не обо мне, это не я. Да, это еще что может быть, если он там не в благости, это алкоголь, наркотики, это все, что вводит в иллюзию. Это больше мистик, сны, сновидения, это кирпич.
Понравилось? Вообще, безграничный храм. Всем надо обязательно посетить. Благодаря вам. Свечки не будем зажигать, девочки, свечи будем. Посетили храм, и на самом деле оказался он без границ. Нам разрешили проводить съемку. Мы сфотографировались вместе с Брахманом. Ну, прям реально без границ, нравится. То есть до этого там нельзя, тут нельзя, а здесь все можно. И это настолько классно. 16 марта. Мы приехали в храм. Храм Чандры, расположенный между двумя реками. Находится в таком экзотическом месте, где много рисовых полей, разливается вода. И в воздухе находится элемент воды. Да, ну, конечно. То есть храм Луны. Да, и даже дождик по пути. Дождик, да? Хорошо. У нас по скезу у кого-то кто-то не говорит. Фируза хотела бы добавить. Фируза хотела бы добавить, да, но добавить не может, потому что... Смотрите, как создается шедевр. Красотища. Раз. И потом будет вот такая красота. Мы находимся в храме Луны. Очень каждую деталечку вылепили, украсили. Творцы. Друзья, мы попали тут на индийскую свадьбу. И здесь такая традиция. Сейчас мы выходим из храма, а нас угощают на бамбуковых листьях рис и что-то из бобовых, я так понимаю. Как джем. Как джем с рисом. Надеюсь, вы нас понимаете, все эти нюханья, ну, еще не очень привычно. Вы помните, что индийцы очень, но очень любят фотографироваться. И даже в храмах это происходит. Поэтому я решила точно так же ответочку и попросила сфотографироваться и снять видео с этим молодым человеком. Вот такая она, горячая и очень интересная Индия.